Артемий, сегодня мы будем заниматься не только видео, а разговорное видео, по которому у нас подбудет по игрокам, по людей. Мне как-то интересно, почему комментарии пишутся? Почему нормально не снимаешь, нормально можешь быть? Чуваки, я долго не играю на мах. Целый день я не сидел, чтобы играть в Максу. И для вас играть нормально. Но я снимаю видео, и это все видео снимать для вас. И короче. Ну, вот такой вот у нас видео получился. Но это я, конечно, все, что помню, я продолжаю, все и не заканчивается. Потом, ребят, все говорит, ты очень крутой, жестко. Нормально я играю, чуваки. Это для меня нормально. Ну, то есть я нормально могу играть и все такое. Потом можно, кстати, еще будет что снимать. А я надеюсь, еще можно там телом снимать, пишите в комментариях. Что-то странно, его Макс лагает. Что-то съел. А ну-ка. Вот так тебе. Все мой. Еда. Так скажем. С сервером потерян. Вот видите, как лагает в Максе. Если это я не буду вообще писать комментарии, что такое видео. Если на этом видео мы наберем, ну, практически это я думаю, первое видео, то если набирайте, как сказать, 10 лайков, это, ну, вы можете, пожалуйста, набирайте 10 лайков и будет новая серия Power Max. Ну вот, видели, ой, простите, это реклама, но ничего не так, это не помещает. Ну короче, вот я так играю и сижу и думаю, что там можно? Записали. Я такой, типа, да, хочу записать рубрик. Скажу, от битвы этого четвёртого скажу. Да, у меня лагает этот максимум на Samsung. Я такой, типа, ну, окей. Скажу мой еще другу. Я не могу, у меня зарядки нет, у меня телефон не могу. Я такой, типа, ну окей. Лорд сказал, ну посидим, буду играть, никто мне не будет ничего сделать. Владим играть, короче, вот такой. Кстати, ты думаешь, что я в ловушку буду пропасть? Пишите комментарии, хотите снимать Майнкрафт. Вот. Я лично поснимал Майнкрафт, потому что, ну, он типа хорош. Он вообще будет, даже все будет хорошим. Короче, типа. Ладно. Опа, на. Смотрите, он самоцежался и все. Это блок. Да, да, чувак, включили. Я включил, я. Больше будет убить вот в таком вот. Место. Я не вижу.
Знаете, мне лагают. Смотрите. Вот я хочу добрать 2015 этих конфет. И купить вот этот червяк получает. Тысячу чё масса. 50% это 12 тысяч я не могу. 12 тысяч я могу набрать, если играть по дней. День для набрать 10 таких, то можно на один год набрать даже купить вот два таких. То есть можно еще один купить таких. Еще вот тут купить. Еще плюс можно вот тут купить. Тысяча процентов немножко вот это мясо. Так, 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 давайте, давайте приступим к делу. Блядь, я забыл. Такие вот они толстые. Нифига, как они вообще это все набирают вообще. Сам я не могу, потому что, ну, видите, я набрал. Я набрал, но это ничего не понимает. Ладно. Короче, я набрал, ну, очень сложно набрал, 30 тысяч или 40 тысяч. Не помню, но вот столько времени были, что я играл максимум много. Самый лучший первый, что нормально играл, это был я и вот такая вот настила. И тебе я стал лучше, я невеста. Смотрите, ребят, я как убил ее. Как лагает. Это мне жутко лагает сейчас. Не мог. Смотрите, все седали. Почему это все седали? Артурик Дурцек, канал Нумек. А? Смотрите, у меня как лагает. Блин, вот это я лагер. Не тут. О, кстати, я сделал цепленку. Ну, 50. Охренеть, убей червя. 120. Охренеть, 8 часов. Что с этого? Охренеть, вот это. Вот это. Блядь. В общем... короче, суть, почему я сегодня видео снимаю, потому что, чуваки, вот, короче, ребят, такая вот настила, это максимум, вообще офигенно четвер. Кстати, я не знаю, как тестовый сервер открыт или нет. Бляха, муха. Так. То есть 20 месяцев не взять, никакого реклама, да? Почему я купила 12? Феличита. Маркет на Феличита. Таблки. Это у меня таблки. Вот самое лучшее. Я сделал даже на вурмок все таблки. Я даже вот тут сделал. Сделаем.
Я саму без анимации. Прикольно. План, короче, давайте уже заканчивается на ролик. Всем спасибо, кто подписались на мой канал и поставили лайк. Если ты не подписан, то подпишись на мой канал и не забудь поставить лайки. Всем удачи, всем пока!